Они дружили просто, но потом сложилось так, что осознали, что являются чем-то важным друг для друга, чем просто друг или подруга. Наверное, каждый ощущал это на своей шкуре. Дружили так давно, знала она его лучше, чем кто-то другой, как и он ее. С полуслова понимал, даже взгляда просто хватало, чтоб понять причину ее злости. Счастье близко, это когда ее капризы тебе приятны, и в смс-ках пишешь письма, когда нету денег на цветы и нарциссов на рвах в парке. Ты преподносишь ей сюрпризы, все поломалось треском. В середине мая он написал ей смс-ку: у меня другая, я уезжаю навсегда, не жди, малыш, я не люблю тебя, прости, просто так вышло. Стучала кулаками нервно в его квартиру, но не открывали дверь, там на мобильном нежный голос как-то грубо в сотый раз вторил: абонент недоступен. Врачи сказали, что у меня опухоль мозга, мне осталось пару месяцев, я серьезно, я никуда не уезжал, не любил другую. Разве я мог разлюбить тебя, мою родную? Мог забыть твою улыбку, твои объятия. Прости, что не примерил на тебя белое платье. Я надеюсь, это сделает кто-то другой. Все было хорошо, просто нам не повезло. Я желаю тебе счастья и вряд ли смог бы умирать на глазах твоих. И ты после не смогла бы быть другим, жила бы в прошлом. Прости, что обманул тебя, так было лучше для тебя. Когда-то моей половины, просто знай, я искренне тебя любил и люблю даже сейчас на последнем вдохе. Оставайся с Богом.